Здорово, здорово, народ. Канал Сэр Фокс. Сегодня топаем на реку Десну. Буду ловить на спиннинг. Ходил туда еще пару раз, но как-то что-то как-то вообще никак. Буквально одна-две потычки за два выхода. Сегодня решил поменять другой участок реки. Пойдем немножко в другое место. Там щуки гораздо больше, но там гораздо меньше. Ну и посмотрим, что из этого получится в очередной раз. Время без десяти. 7. Погода минус 13. Ну, в принципе, зачем идти на зимнюю, когда можно на летнюю сходить минус 13 даже. Вот. Ну и посмотрим, что из этого получится. Блин, здорово, как рассвет. Рассвет. Дело к весне. Сегодня 2 марта. Еще остался буквально месяц на ловлю на спиннинг. И все. С 1 апреля по 10 июня. У нас официальный запрет в регионе в нашем. И перейдем на ловлю на фидер. Ну или на эту проводку, или обычную поплавочку. Посмотрим, что из этого получится. Все, погнали на речку, посмотрим, что там, как там. Потому что она вообще замерзла. Да вряд ли. Подхожу уже к месту, ловлю непосредственно. Сейчас смотрю. Так вот, прекрасный рассвет. Начинается потихоньку речка. Речка, кстати, прибавила, снег тает, речка повышает свой цвет воды, стал он помутнее. Сейчас, наверное, стартану с джига, попробую. Джиголовка, обычная резина там. Сам дешманская, наверное, рублей 120 за пачку стоит. Но она ловит. Она ловит. Несмотря на то, что есть более дорогие у меня варианты, которые не ловят, вот это ловит. Вот. Попробуем прикидать. Блин, места классные. Я здесь зимой не был еще. То есть первый выход уже по весне практически. По календарной весне. Сейчас посмотрим, что как, куда кого. Здорово, лед отсутствует. А вот наст присутствует. Наст — это очень хорошо. То есть по снегу ходишь и не проваливаешься. Это удобно. Я сейчас смотрю следов, здесь гораздо больше следов, нежели то место, куда я вот ходил всю осень, всю зиму, прокидывал. Там гораздо меньше следов. Вообще удивительно то, что речка находится рядом с довольно-таки крупным мегаполисом, а народу на ней очень-очень мало, особенно спиннингистов. В основном основная часть, такая я так наблюдаю, основная часть — это залетная, то есть не местные какие-то приезжают, типа как на разведку, проходят, естественно, ни хрена ничего не ловят, и больше мы их здесь не видим, это хорошо. Ну вот, а также здесь очень много рыбы. Щука, окунь, голавль, прям здорово. Ну, естественно, голавля зимой я здесь не ловил, летом ловил. Окунь, кстати, тоже не попадался. А вот щуки здесь прям то, что надо. Местечко, такие прекрасные коряшки прибрежные, все что надо, прям здорово. Ладно, меньше текста, больше дела. Потопал я дальше. Там речка бежит, вон там, мы сейчас обходим это дерево и туда смотрим. Кстати говоря, сегодня видел 3 куропатки. Я, честно говоря, не ожидал этого. Ну потому как, блин, Немножко не тот регион, в котором они, в принципе, должны обитать. А там бог его знает. Все замерзло. Кстати, еще какая камера, наверное, не покажет, нифига, как обычно. Здорово. Морозец такой приятный. Боялся я идти в такой мороз ни разу, никогда не ловил на спиннинг по такой температуре. Сейчас посмотрим, как сегодня справится бланк. И катушка. Катуху я промазал смазкой специальной. Надо минус 50. Ну, заодно и проверим, обманывает ли меня производитель или нет. Вот он. Красотень, блин. Еще испарение такое от воды идет. Вообще прям здорово, блин. Вот какие-то стройки непонятные. Уже лет 5, наверное, строится, и все никак не построится. Сейчас выйдем к воде, посмотрим, что там как-то.
Реченька. Вот отсюда-то мы и начнем. А вот и солнышко встало. Какая красота. Я сейчас положился. Джигуем. Релакс. Поставил покрупнее. Соответственно, груз пробиваем течение. Основную струю, бровки. Какое прекрасное место. Все здорово, все хорошо. Но пока рыбы нет. Посмотрим. Это подсачник. Класс. Просто класс. Вот такая вот красота. Камера сфокусироваться не может. Сейчас прокидал первую точку, короче, нифига там ничего нет. Попробовал воблера, жиги разного калибра, резины, тапок попробовал, поставил. Но чё-то как-то чё-то никак. Вот решил сейчас потихонечку спускаться пониже, к следующим двум точкам. Будем пробивать, пробовать там. Ну и посмотрим, будет ли будет. Кстати, следы есть одиночные, кто-то ходил. Вот. Есть у меня здесь знакомый, скорее всего, это он был здесь. Только я его уже месяца два, наверное, не видел. Не стыковались мы с ним на речке. Узнать бы новости, как, что, на что. Пока никак. Кстати говоря, у всех знакомых, которые ездят в ближайшем районе по речкам, то же самое со спиннингами, ни у кого ничего интересного нету. Полу совсем. Очень много холостых выездов. Просто народ выезжает, смотрит, пролавливает, облавливает и приезжает обратно. Рыба бастует, как ни странно. Хотя, что странно, начало марта, рано еще. Наверное. Там, не знаю. Красотища какая. Прям здорово. Прям нравится мне зима. Ни комаров, ни мошки, ни травы, ни кустов. Ничего не мешает. Лови, пожалуйста. Единственное, только леска обледеневает. Льдом покрывается. И щук. Очень-очень долго надо искать, подбирать ключик. А так все прекрасно. Смотри, красота. Иди, не хочу. Нас такой, как будто я не знаю, кого он выдержит. Прошел, короче, два места. Сейчас счет дополнительно. Три планировал, два прошел. По результатам могу, наверное, резюмировать то, что счет вообще никак. От слова совсем остановил. Сейчас попить чаю. Передохнуть. Чуть-чуть перекусить. Солнце вылезло. Светит прям уж да нельзя, блин. Вот. Ну, сейчас остановился в таком прекрасном месте. В карман. Здесь завалы. Вот. Очень-очень-очень-очень красиво. Все супер, все хорошо, все классно. Но только нету рыбы. Не, она есть, но она как бы... Не, не сегодня, не. Поэтому так. Осталось одно место, сейчас попробую еще там. Там небольшой муток, я там летом ловил, окунька, голаврика, ну не знаю как, что будет. Я встретил еще одного мужчонку, он мне сказал, то, что он ходил сюда два дня подряд, вчера-позавчера. И то же самое, что у меня. Ни на что, только он еще и на железо дополнительно прокидывал. Ну, хотя бы отдохнул, посмотрел, ходил, погулял. Вот, так все круто, все классно. Короче, был сейчас сход, весь лед попереломалось здесь. Щучка такая, килошка. Плюс-минус, может, кило 200. Пока я потянулся вот за этим вот прекрасным подсачником,
повиляв мордой, она ушла. Ну, в принципе, здесь бы я, наверное, ее и не взял бы. Потому что я вот так обут, одет. Ну, соответственно, надо было выдвигаться вот сюда. Вот. Ну да ладно, значит, не моя. Летом я ее доберу все равно, раз она здесь есть. Какие прекрасные заломы. Подержал, здорово. Подержал щучку вот на это вот рачка. Вот. Не первый раз я на него ловлю, кстати говоря. Хорошая резина. Прекрасная. Ну, в таком вот тихом заводе, омуте сидела, правда. В самых-самых коряшках. Ну, тут дохлый номер. Тут нужны сапоги, нужно садиться и ждать. Летом, кстати говоря, я здесь пробовал. Ну, к сожалению, безучастно. Ну да ладно. Пойдем пробовать дальше. Рыба есть, рыба клюет. Круто. Ну вот, в принципе, и все. Рыбалка закончилась. Сейчас подошел к крайнему участку. Прокидал тишина. Резюмируем итог сегодняшнего дня. Был один сход в коряжнике. Ну там без вариантов, там или за ней нырять. Но того не стоит сейчас на улице где-то около минус 6, наверное. Сами понимаете, такое себе удовольствие. Поклевка была вот на такую резину. Кому надо. Такие вот рачки, я их уже показывал. Заказывал через одну торговую площадку. Она, в принципе, думаю, очень сейчас доступна. В принципе, погода прекрасная. Ветра нету, солнышко вылезло. Красота. Вот, сейчас допиваю чай. Собираюсь тупо домой. Классно отдохнул. Здорово половил, увидел рыбу. Бог бы с ней. Все равно бы отпустил. Я не забираю. Всем добра. Всего самого наилучшего. Пока-пока.